С вами снова Олег. В этом видео, друзья, я покажу вам, как сделать заказ и оплатить его. Прежде чем мы будем заказывать продукцию, мы узнаем, есть ли в вашем городе эко-маркет Greenway, то есть региональный центр. Для этого нажимаем на Greenway и спускаемся в самый низ сайта, где видим надпись «Карта РЦ». Нажимаем. В поисковой строке вводим ваш город, к примеру, Самара, и видим, что в Самаре есть региональный центр номер 171. И видим его адрес, телефон и время работы. Если в вашем городе есть региональный центр, то нет смысла делать заказ на сайте. Ждать, пока его отгрузят и доставят. Проще позвонить в региональный центр, если он далеко от вас находится, и у вас нет возможности доехать, узнать у работников центра, есть ли возможность доставки на дом. Если нет такой возможности, нужно выбрать время и доехать в региональный центр. Вы же все-таки деньги сюда пришли зарабатывать, или как? Часы работы видите. На месте посмотрите продукцию и сразу купите ее там, назвав свой ID, это регистрационный номер, который находится в самом верху сайта с левой стороны. Оплатить в региональном центре можно при помощи наличных, по карте или при помощи своих условных единиц на внутреннем счете, если вы уже работаете и вам начислялись бонусы. Если по поиску город ваш не находит, значит делаем заказ на сайте Greenway. Переходим в раздел «Продукты», выбираем изделия из микроволокна. Выбираем, допустим, набор для ухода за телом. Почему я не выбрал сразу готовый стартовый набор? Потому что из-за коронавируса у нас раскупили все косметические салфетки, которые партнеры переоборудуют в маски. Маски сейчас дефицит. Вот как-то так, потому что они с ионами серебра и очень отлично защищают от вирусов всяких. Значит, выбираем набор для тела. Можно также взять салфеточку для стекла. Это вы обсудите обязательно с вашим партнером, он посоветует по продукции, потому что у нас обучение по продуктам тоже проходит еженедельно. Также выберем, допустим, пластины для стирки. Переходим в раздел «Биотрим», выбираем пластинки для стирки женского белья. Далее нажимаем на корзину, оформить заказ, выбираем город, допустим, Белгород. Выбираем способ доставки. У нас бесплатно идет от 4000 через постаматы, пикпоинт. Нажимаем «Выбрать», «Постамат». Выбирать постамат я не рекомендую, так как он может быть заполнен, и курьер не сможет там оставить ваш заказ и вернет его обратно в компанию. Выбираем пункты выдачи, там проблем нет. Для этого убираем галочку с постаматов, и у нас отображаются теперь только пункты выдачи. Выбираем ближайший к дому, например, улица Мичурина. Нажимаем и видим адрес Мичурина 60, часы работы, видно все, да, и нажимаем «Выбрать». Все, выбрали. Затем проверяем наши данные или вводим, если не отображаются. Жмем «Сохранить» и «Продолжить». Акция пока нам не нужна. Нажимаем «Продолжить». Еще раз внимательно все проверяем, на какую сумму, какие позиции. Если все верно, нажимаем «Подтвердить». И нас перебрасывает на варианты оплаты. Можно платить через платежную систему Альфа-банка или через NextPay, но этот сервис берет комиссию, а с Альфа-банком есть договоренность, без комиссии карты любого банка. Дальше вводим номер карты, имя владельца, дату окончания, три цифры обратной стороны карты и нажимаем «Оплатить». Заказ у вас отобразится в разделе «Мой офис», «Мои заказы», где мы видим номер, дату заказа, стоимость и вот осталось оплатить. Вот здесь можно отслеживать ваш заказ. Если вы передумали или хотите по новой заказать, можно этот заказ удалить и ввести все по новой, если вы не оплатили, конечно же. В принципе, вот и весь механизм.